Здравствуйте, друзья! У нас гость. Все знают нашего гостя, но кто не знает, значит, зовут гостью. Зовут Гузаль или Гюзаль. Как Гузаль. Правильно? Гу? Да, без разницы. Гузаль. Значит, Гузаль к нам с миссией. Да? От Натальи. Подарочки. Давай так, к ребятам туда лицом будем, туда, мы с ними разговариваем. Значит, от Натальи Квик. Наталья принимала Гузаль в качестве гостя там пару недель, да, сколько вы там были? Месяц. Целый месяц, значит, Гузаль колесила по Флориде, да? Нормально там, как во Флориде-то? Отлично. Я просто хотела бы, пользуясь моментом, да, благодарю Бога за вас со Светланой. Так, я думаю, про Наталью что-то скажешь. Бога. Мы к этому сейчас, да, за вас со Светланой. Спасибо. С момента того, как я узнала о вас, о вашей школе, угу, я узнала о больших возможностях для своих детей. Угу. Вот. И одна из них, у Гузаль много детей. О которых может мечтать каждая мать. У меня 5 штук. Я стала молиться за возможность, и Бог стал открывать двери. А вы в какой конфессии молитесь? Протестантской. Да вы что? Церковь полного Евангелия. Вот. Это есть такое? Слава Богу за вас, со Светланой. Не, ну послушайте, да, мы давайте... Я хотела поблагодарить вас за Наталью. Вот. Которую? Это Наталья Куик. А что с ней? Благодаря вам я приобрела в ее лице прекрасную подругу. Хорошо. Сестру. Сестрички. Ну, вы там покуролесили? Это прекрасный человек. Покуролесили? Да, конечно. Мы отдохнули. Жить можно там вообще? Как место-то? Отлично, мне очень можно понравилось. Хорошо. А народ вообще, как там во Флориде народ? Народ очень горячий, теплый, гостеприимный. Так. Я обрела очень много друзей. Как говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Так вы с ними на каком языке с друзьями? По-русски. То есть там горячие русские люди. Везде, значит, наших очень много. Хорошо. То есть нет такого, что чувствуешь себя как-то на чужбине? Нет. Хорошо. Нет. Вот. Наталья очень прекрасный человек. Так. Вот. Вы ребятам расскажете, что мне-то все. Я в курсе. Подождите, я слышал, что вам подарки для нас передавали. Подарки обязательно. Мы сейчас будем снимать подарки, или это интимные подарки? Да нет. Все, тогда давайте. У нас есть, значит, мне Наталья сказала, вот приедет Гузаль, привезет подарки, значит, снимешь с ней видео. Да. Ну, вот я... Это Светлане. Понял. Это супруги. Это супруги. Цветочки. Вот, пожалуйста. Так, хорошо. И это от Натальи, это локальное? Это от меня. Пахнет, ребята, пахнет розами. Я слышала, у вас... Годовщина была. Вот. Это вам, однако. Ага. Да, тут написано Дайтона. Дайтона, друзья, это такое место. Дайтона Бич во Флориде. Там гонки устраиваются. И тут на шапочке написано. Тут она такая, видите, как совсем новенькая. Вот тут еще всякие бумажки. Так, это... Сейчас отдерем лейблочки. Так, мы долго выбирали ваш размер. Вот так. Надо сказать, что прям под свитерочек мне. Правда? Я не знал. Классно. Друзья, я не знал, какого цвета, что там в этой сумочке у нее. Тут так она. Единственное, что идет. Бросает тень на лицо. Да, ну-ка, давайте мы на Гюзаль наденем. Тоже ей хорошо. Смотрите, такая натуральная амазонка. Вот так. Еще одна. Боже, что это? А это вот мы были с ней на Дайтоне, там, где проходят гонки. На песке там прям. Огромный-огромный большой стадион. Пробка от пыла. Вот такая вот. А, подождите, тут еще тоже бумажечку надо вынуть. Вот видите, тут тоже. Так, все по фирме. Лейблочка. Отрываем. Дайтона International Speedway. Вот так написано тут. А вот реально можно открывать бутылки, вы видите, вот реальная открывашка. Так, это хорошо. Так, будем открывать. Это удобно. Так она мне немножко великовата, но сейчас наденем. Ну, то есть это можно на очень большую, друзья, можно на очень большую голову одеть. Да, они нашли на большую голову.
Вот, ну, налезла, так. И все еще подарки, смотрите, друзья, еще подарки. Майка. А что, это все из Дайтоны, что ли? Да, из Дайтоны. Вот так вот. А что на ней написано, я даже не вижу так. В камере там мелко все. Так, а это с другой стороны. Хорошая майка, такая качественная. Это имя спортсмена какого-то? Качественная, да? Майка, понятия не имею, не вижу. Ну, в общем, друзья, приятно принимать подарки. Это все пойдет в музей канала «Голос Силиконовой долины». Вот, если кто будет из Дайтоны там или из Флориды подарки везти, вы уже тогда вот этого больше не везите, у нас есть. У нас есть. Вот, я так вот буду, вот так, одну шапку к сердцу. Там, да, Наталье привет передаем, да? Да, передаем привет Наталье. Привет Наталье и тем, кто вообще во Флориде, там много народу. Наталья, свиньи, Любочки. Да, да. Ну, я не имел в виду именно блогеров, а я имел в виду в широком смысле, там ребята живут, да. А блогеров там много. Всем Флорида всем это очень, привет. Друзья, богатый на блогеров штат. Нефти нет. Я приобрела очень много друзей есть. Прекрасных. Так. Ну, и чего? А ну, мы с ними вот пиво открывали. Было дело. Так, хорошо. То есть не зря съездили. Но нет у вас желания там, может, во Флориду переехать? Ну, почему бы и нет? Угу. На все воля Божья. Как. А вот ваша дочь Кристина, которая у нас училась, такая симпатичная, она чего говорит? Поеду, говорит, во Флориду или, говорит, буду в Калифорнии жить? Ну, я так понимаю, что моим детям просто самое место быть здесь. Окей, она в Гугле у вас работает, да? Все компьютеры, да. Она имела честь учиться в вашей школе. Так. Вот, и она закончила ее, и теперь она работает в Гугле. Не жалеет? Да что вы. Да. Вот. Как же, вот благодаря вам. Ну, на самом деле, тут так нельзя сказать. Вашей супруге. Потому что, ой, не усложняйте. Значит, дело в том, что человек должен идти по жизни своим путем. Значит, когда он идет по жизни путем, он дорожку выбирает. Вот там была одна дорожка, тут там другая дорожка, там мостик был, там еще что-то. Ну и вот такой мостик, мы тут лежим, а вот там люди ходят поверху там как-то. Вот, ну, хороший мостик такой, нам нравится. Спасибо вам, супруга, вы делаете такое большое дело для общества. Вы меня смущаете. Я понимаю. Друзья, я блогер со стажем. Но я говорю вся слава Богу. Меня смутить трудно, но... В целом, вот, как бы я бы не преувеличивал. То есть, как бы, существенно все-таки, что девочка правильная, существенно, что как бы время правильное, существенно, что и место правильное, знаете, как это right time, right place, right people. Вот, и мы вот тут как-то все так и собрались на перекрестке. Правда? Все. Значит, друзья, раз подарки все вручены, то мы тогда с вами прощаемся и еще раз передаем привет всем, кто с нами. И так вот, ставьте лайки там, вот это сделайте тоже кулачком. Вот, ставьте лайки, просто потому что удовольствие от жизни хочется получать всем. Правильно? Вы получаете, ставя лайки, мы получаем, принимая. Правда? Всем исполнение, да, ваших еще, желаний. Да, еще, друзья, если кто-то говорит, какая женщина, он говорит, какая женщина, напишите. Потому что так вы скажете, никто не узнает. А так вы напишите, Гузаль будет приятно. Спасибо. Вот. Счастливо.